Ok. Артака тоже дубинкой ударили. Так, успокойся! Ну, Крысу закрыл, блядь. А где регистратор, да? Ну, хорошо, хорошо. Все, правильно, 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 все. Все, хорошо, хорошо, тихо. Не сопротивляйся дальше. Да, как раз на парочек я сейчас все посмотрю, вы не сопротивляйтесь, слышите? Это хорошо, хорошо, честно. Вы подозреваете нападение, если вы вдруг не знаете. Нападение подозреваетесь. Ну, в прямом сейчас на пары пересмотреть фиксацию, если ничего не нарушено, вас отпускают. Мы имеем полноценное право воздержать до выяснения обстоятельств. Если мы никаких высоких доказательств не находим, ваша сторона, вас отпускаем и все. Так что... Ладно, напарничек сейчас сидит. И шире, глубокий вдох, выдох и отсопротивляться. Алекс, я твой рот. Я твой. А свечка раз пересматривает. Лицензии. Мы их изъяли их. Мы когда были на сотового салона, вы нас стреляли, спасая своего дружка Никиты Матушева. Вы стреляли на. Я вас не объявил за. Я его изъял, потому что. Кабанчиком, кабанчиком.